Бонжур, дамы и господа! Клепаем на очередные рыболовные приключения. Погодка, это настоящая зима. У нас будет зимний фидер, будем ловить огромных рыб. Плотва, лещ, сазан, карп, вся мирная рыба, которая водится у нас и у вас в ваших реках. Кухи погодец, блин. Короче, заметает какая-то метель, пурга. Но это не повод откладывать наше удивительное рыболовное приключение. Так что вперед на рыбалку, достаем фидер. На предыдущей рыбалке мы проводили с вами стрим в режиме онлайн с телефона. Снимал я видео, показывал, как я рыбачил, но батарея в телефоне имеет свойство садиться, и рыбалочка получилась не совсем до конца. Поэтому оставшиеся 40 минут снимал я на видеокамеру и хотел бы показать, что же еще у меня клюнуло в тот вечер. Ёрш, друзья, королевская рыба. Ну, блин, смотрите, на кормушке сколько разной грязи. Это просто жуть, невозможно тягать. Так, ёршик, мы его отпускаем. Хорошая плотвина. Ништяк. Ну, поклевка. Секундочку. Поклевка, один удар. Туф, и все. Смотрите. Какая красавица. Отлично. Уже вечереет, темнеет. Январь месяц. Отпустим ее. Ну что, еще минут 10 и стемнеет. Было пару поклевок, хорошие были поклевки, но пора собираться. Сейчас пока все сложусь, пока прогрею машину, еще ехать домой далеко. Сегодня приключений мне хватило вот так. Но зато узнали про это место, что здесь поклевывает плотва. Так что, возможно, следующую рыбалочку мы сюда вернемся с самого утра и посмотрим, каких размеров она тут обитает и кто здесь живет еще. Все. Приехал я на реку, время 10 утра, приехал где-то 9:30. Сейчас по-быстренькому здесь промерился. Дистанцию нашел примерно 35 метров, глубина 3 метра. На этом месте я знаю, что по весне хорошо ловится отборная здоровенная плотва, лещ, сазан, да и мирная вся рыба, которая обитает у вас и у нас на реках. Итак, показываю свое местечко. Вот такое вот здесь у меня... Здесь у меня лежит вот такая вот береза. Вначале я на нее ложил свой фидер. Ну а потом что-то стала она скользить. И поставил я небольшую рогатульку. Погода 0. Где-то даже, наверное, минус 1. Похолодало у нас. Если было плюс 2, красота погодка, то как выбрался на рыбалочку, пришла зима. Немножко запорошило. Сегодня обещают снег. Ну, вроде бы пока кормился, то кольца не обмерзали. Вроде бы пока все хорошо. Из насадки у меня только мотыль. Дистанция 35 метров, как уже говорил. Глубина 3 метра. На этом месте ловил когда-то плотву. Проверим, возможно, и сейчас клюнет. По прикормочке. Купил обычную магазинную черную прикормочку. И было у меня немножко красной прикормочки. Смешал темную с красной. В итоге около килограмма прикормки есть. 5 кормушек кинул, закормил. Я думаю, достаточно. Сейчас немножко потемпуем. Будем кидать каждые минуты 2-3. Ну а потом, как соберется рыбка, будем уже немножко дубинить. Ну что, погнали! Бобры завалили вот такую березу. И вот так она лежит на моем месте. Конечно, не очень удобно, лучше бы эта береза росла. Но ничего не поделаешь. Бобры не дремлют. Смотрите, что творят бобры. Грызут деревья капитально. Вот это полностью сгрызли. И вот так оно бабахнулось туда.
Проезжал я тут, конечно, страшновато. Думаю, хоть бы подо мной оно не легло полностью. Вот такие вот хулиганы-бобры. Первая рыбешка, друзья. Первым на точку подошел королевский ёрш. Рыбка, конечно, небольшая, но все же сейчас ее снимаю и ловим отличного карася, а возможно сазана. Прошло 5 минут после второго заброса. Ёрш вообще не клювал, поклевки не было видно. Поводок длинный. Зима, рыба стоит на месте. Неактивно. То бишь схватил мотылика и стоял. О, еще один висит. Что это у нас? Ха-хай. Окунек, друзья! Пожаловал окунек теперь на этот раз. Ну что ж, ёрш, окунь, собирается такой хищник небольшой. Блин, ну погода жесть. Около нуля дует такой мерзопакостный ветер прям в лицо. Это, конечно, не очень фонтан. А еще нет микрофона, там, наверное, сейчас в камеру задувает капитально. Но буду стараться снимать, показывать. Только что надел два мотылика, забросил. Тоже поклевок не было. Буквально минуты 3-4, наверное, постояло. Достаю. Все, мотылика нету. Надел сейчас опять два мотылика колечком и добавил немного кормового мотыля в кормушку. Есть небольшая рыбка. Вот такой вот полосатик пришел. Ну что ж, полосатик так полосатик. Ждем, сейчас мы выловим полосатиков, будут клювать отборные большие рыбешки. Вот такой вот окунек соблазнился. Окунь клюет замечательно. Ну что ж, давайте пока половим окуня. Фидер стоял, вообще не шевелился. Решил немножко подтянуть его так. Чуть-чуть подтянул, только слышу. Тры-тры-тры, все есть, вытягиваешь, окунь висит. На подтяжку клюет, во. А вот и пожаловал король зимней рыбалки. Вот, ершидло. Ну вот и на пучок мотыля пожаловал полосатик. Вдушил все-таки. Ну что ж, прошел час рыбалки, у нас только ерши и окуни. Ну я считаю, что хоть что-то. Это как зимняя рыбалка на льду. Сидят люди, у них гора мелкого окуня и ерша. Вот у меня то же самое, только на фидер. Снег валит капитальный. Что это у нас? Ох ты, смотрите, какой ершара! Да это уже, блин, всем ершам ерш! Вот это трюк!
Секундочку, сейчас вам покажу, сниму его. Смотрите, друзья. А? Песня? Даже не заглотил, немножко прикусил и все. Фантастика. Ёрш и тот не заглатывает, а просто немножко прихватил. Смотрите, держит. Вот это да, ухи рыба ленивая. Ну погода, конечно, это капец, снег валит. Но ничего, смотрите, какая у него здесь защита стоит. Вот почему эта рыба называется королевский ёж. Какая корона у него, а? Рыбка поклёвывает, да, ёрш, окунь. Плотва что-то пока не пришла, но я не сдаюсь, будем сидеть. Если уже вообще капитально начнет мести, тогда уже будем сворачиваться. Снег усиливается, поклевывает ёршик. Я обещал, что проведу сегодня стрим, онлайн, так сказать, трансляцию. Так что на этом видео будем заканчивать. Всем пока-пока, до скорых встреч. Скоро очередные рыболовные приключения. Поедем на новое место. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, пишите комментарии. И до скорых встреч, они будут очень-очень скоро, друзья. Пока-пока, пока.